Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профи покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Ребята, заходите в Мони Гномеса. Там, покупайте, нанимайте там этих гномиков, там, простачок, чихун, весельчак, ворчун, умник. И ежедневный бонус получаете, и бонус раз в час. Получайте его и заказывайте и ждете заказать выплату. У меня на вывод 370 на кошелек. Нам нужно 1500 на этих там. Для вывода серебра, для вывода нам минимум 1500 нам требуется, чтобы... 1500 это сколько это у нас будет? Так, 1500 написал, это будет 15 рублей. Ничего, главное, чтобы мы гномов наняли там через месяц, а потом каждый год. У меня склад руды, ваши гномы добывают эту Здесь там вот такой рисунок, красная руда. Это простачок добывает. Нам нужно чихун. 5000 золота. Не, золото это одно, что эти гномы там. Это другой сайт. А это другой сайт. Моне. О, гномес. То, что... Надо это серебро накопить на простачок и добывать, и будет там это. И ждать весельчак, когда будет добывать еще. Вот 5000 чихунов, а это весельчак 25000. Да, будем, значит, переведем туда. У нас уже выплачено нескольких там людей. Ладно, переходим дальше. А колонки Дженниуса... Компьютерная Genius SPM 150. Коротко о товаре суммарное
акустика стерео, суммарная мощность 4 ВТ, дополнительно однополосные колонки, диапазон частот 50-22 000 ГЦ, разъем для наушников. Характеристики тип 2.0, суммарная мощность 4 вольта, диапазон воспроизводительность частот 50-22 000 ГЦ, отношение сигнала шум 80 дБ, функциональная возможность питания от сети, линейный вход, стерео, есть разъем мини-жацк, разъем для наушников есть. Акустика, количество колонок фронтальных колонок полос 1, мощность фронтальных колонок 2 вольт, разъем динамиков фронтальных колонок 1,50-90 мм. Здесь цена не написана, но я могу вам точно рассказать. Аккуратная, маленькая, габаритная, хорошая сборка, надежная, удобное управление. Есть гнездо для наушников, длинные шнуры, цена, качество оптично. Колонки не для гурманов музыки, они для того, кому нужен просто звук на большой громкости, гудят, досят. Очень простые колонки, малой мощности, удобные, небольшие, хороший дизайн, звук чистый. Недостатки не обнаружено никто. Я хоть и любителя мощности систем, но по техническим причинам взял, то пока эти главным, чтобы звук был, а остальные не важно. Питание от сети, а то в остальном сейчас от USB. Дизайн отлично выглядит. Кнопка выкола регулятор звука плавный, нет баса. Для офисного ПК очень даже неплохое малое количество гармоников. Приятный вид, очень потихие. Они очень... Там стоят 16 умные динамики. Потому что и тик-так по качественному звуку хрени. Как то... Раз был в гостях, там эти колонки стоят и играют без искажения. Но сам звук хреновый и недосыщенный. В них стоят хорошие, то тихие динамики не добивали тех, что суют в телеке. Неплохие звучания для пластмассы. Недорогие после того, как сгорелся усилитель от Microlab FM360. Решили купить на время, что надежные. Выбор попал на Genius, почти отзывы все довольны, про шумы нет, ничего, решили купить, стоили около 1000 рублей самим. По себе колонки неплохие, но все попортит противный фоновый шум, когда подключаешь наушники после продолжительного прослушивания, начинается болеть голова и остальные шумы ушах. Еще какое-то время для прослушивания новостей без наушников подходит идеально. Если ищете вариант 2.0 с выходом для наушников и последующим прослушивания, в них совет поискать что-то другое. Даже если неплохой дизайн, достаточно длинные провода, неплохой звук, немного тихих басов нет. За свои деньги вполне достойны. Они очень дешевые при усиливании звука. Звук в наушниках не искажается.
Так, как убедя компьютер слабенький и немного мощнее для моих наушников, у него нет, хватает, то эти колонки выполняют роль усилителя очень и очень хорошо, а то она счет звука из самых колонок могут сказать, что они очень даже неплохие. Разве что нет регулятор баса. А так все очень даже замечательно. Знаете, качество мощи и звука снизу колонок меня поразили. Они такие маленькие, а мощи навести звука хватает, чтобы окружить двухкомнатную квартиру. Даже соседи жаловались, что то, что музыки слишком громкая. Всем советую изобрену. Вы точно не переплачиваете. Ну, не хватает у нас регулятора и 3D. Регулятор тона и 3D, как у модели. Простите еще раз, как у модели SPG-16 и G. И C16. Ну, надеюсь, этот ролик будет для многих будет уроком, да. А у меня на это все. Если вам понравился этот ролик, ставим лайки, подписывайся на канал, делимся видосами со своими друзьями в соцсетях. И всем котской удачи и санаро!